мой обручик. А сердце твоем ты говоришь, я оставлю на Ромайсом Дух Святой. О, где будет такой сильный человек, который откроет для нас небо, говорит Господь Ромайсом Обручик. А я хочу сказать тебе, народ мой, что я близко к тем, кто сокрушен сердцем и духом своим, Овоочи. И не нужен сильный человек, тебе нужен я, говорит Господь. Я Духом Святым касаюсь души твоей, Ромайса Овоочи, и я прихожу в тихом веянии ветра, я прикасаюсь к сердцу твоему и к разуму твоему, и говорю с душою твоей, Рабаделайден Дух Святой. И потому, народ мой, не говори, что ты оставлен мною. Я рядом с тобой на всяком месте, где бы ты ни склонил колени сердца своего, говорит Господь. О, как я желаю, чтобы ты научился слышать голос Духа Святого внутри себя, Ромайса Овоочи, и доверяться голосу моему, который так нежно звучит для тебя, говорит Господь, Ромайса Овоочи. О, народ мой, я не ослабел, говорит Господь, и сила моя не истощилась, я все тот же Бог, и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, говорит Господь, Ромайса Овоочи. Приходи к твоему великому всемогущему Богу с верой, Ромайса Овоочи, и я протяну руку милости к тебе, я покрою тебя любовью и заботой своей, говорит Господь. О, когда я оставил тебя, говорит Господь, о, когда я оставил тебя при дороге, Ромайса Овоочи, я всегда поспешаю на помощь к тебе, говорит Господь, а если и замедлю, то только для того, чтобы ты оценил милость мою и уразумел, что ты есть человек на этой земле, говорит Господь, Ромайса Овоочи. О, народ мой, Ромайсон Дух Святой, я так желаю, чтобы ты верил, что я могу исправить путь твой, что я могу исправить жизнь твою, Ромайсон Овоочи, если ты этого пожелаешь и захочешь, говорит Господь, Ромайсон Дух Святой, я много благословений для тебя приготовил, они у меня, вот мои руки ныне протянуты к тебе, я здесь посреди тебя, говорит Господь, обратись ко мне, не жди человека, Ромайсон Овоочи, не человек помогает тебе, не человек открывает небо, а я Господь, Ромайсон Дух Святой, Овоочи, приближайся ко мне сердцем своим, разумом, душою своей, говорит Господь, держись крепко руки моей, Ромайсон Овоочи, и я буду открывать тебе истину мою, говорит Господь, вот я открою тебе тайны мои, говорит Господь, Ромайсон Овоочи, если ты будешь приближаться ко мне искренним сердцем своим, говорит Господь, Ромайсон Овоочи, и не смотри, говорит Господь, не смотри, как идет тот или другой, не смотри на его наполнение, говорит Господь, я жажду слышать голос твой, именно твой, говорит Господь, Ромайсон Овоочи, я хочу видеть поднятыми руки к небу именно твои, говорит Господь, Ромайсон Овоочи, потому что я желаю личного общения именно с тобою, говорит Господь, Ромайсон Дух Святой, я не оставил тебя, я не покинул тебя, я забочусь о тебе, говорит Господь, я изливаю потоки благодати для души твоей, входи в этот поток, Ромайсон Овоочи, окунайся в него с головою, говорит Господь, Ромайсон Дух Святой, наполняйся радостью моей, силой моей, ликованием моим, говорит Господь, о, как расправятся крылья веры твоей, говорит Господь, Ромайсон Овоочи, и ты сможешь подниматься над этой земной суетой, над этими проблемами, и будешь устремляться в небеса, чтобы возблагодарить Бога твоего, чтобы слиться воедино со мной в Духе Святом, говорит Господь, Овоочи, Ромайсон, о, как я желаю, чтобы ты научился соединяться со мной, тебе так это необходимо, говорит Господь, я жду тебя на всяком месте, я жду, когда ты войдешь в тайную комнату твою и сокрушишь твердыни сердца своего и разума своего, и признаешь величие Бога твоего, господство мое в жизни твоей, говорит Господь, а я наставлю и вразумлю тебя, я укажу тебе путь, по которому идти, я облечу тебя, чтобы ты мог исправить пути свои, говорит Господь, Ромайсон Овоочи, о, народ мой, я не молчу для тебя, я люблю тебя, говорит Господь, и я веду тебя, и я наставляю тебя, Ромайсон Овоочи, и не только через сосудов своих, через слово мое, которое я оставил для тебя, оно богодухновенно, говорит Господь, Ромайсон Овоочи, оно живо и действенно, научись нюхать слово мое и применять его в жизни своей, говорит Господь, научись находить себя в слове моем, сопоставлять жизнь свою, хождение свое со словом моим, говорит Господь, Ромайсон Овоочи, вот тогда ты четко будешь видеть, где ты не прав, где ты неправильно поступаешь, Ромайсон Овоочи, и еще скажу тебе, народ мой, любовь, Ромайсон Овоочи, да допущено мной
мною, говорит Господь, чтобы ты научился милосердию и состраданию, Ромай Сановочи, чтобы ты научился жертвенности, говорит Господь, Ромай Сан Дух Святой. А как еще я могу сокрушить твое твердое сердце, которое так часто становится каменным, Ромай Сановочи? А я хочу, чтобы сердце твое всегда было плотяным, Ромай Сановочи, чтобы ты видел нуждающегося, чтобы ты видел и мог помогать, говорит Господь, Ромай Сановочи, не только молитвой, но и делом, говорит Господь, Ромай Сановочи. О, я хочу, чтобы ты проявил эту любовь, чтобы эта любовь была видна окружающим, говорит Господь, чтобы сказали, воистину чудные люди, Ромай Сан Дух Святой, воистину с ними Господь, Ромай Сановочи, воистину это дети Божьи, потому что они любят друг друга, они помогают друг другу, это семья, Ромай Сановочи. Вот так я хочу соединить тебя, я хочу сделать тебя семьей единою, говорит Господь, Ромай Сановочи, где будет преобладать моя любовь, говорит Господь, где будет действовать любовь, Ромай Сановочи. И вот когда эта любовь, она наполнит и преисполнит сердце твое, ой, изольются великие дары для церкви моей, говорит Господь, потому что не будешь это иметь для себя, но будешь использовать для других, говорит Господь, Ромай Сановочи, чтобы многие обогатились духовными дарами, чтобы многие обогатились верою моей, говорит Господь, Ромай Сановочи. Вот только любовь, любовь и любовь, еще раз любовь, говорю тебе, Ромай Сан Дух Святой, об этом ты пекись, говорит Господь, об этом заботься, Ромай Сановочи, и в этом пребывай. Аминь.